Здравствуйте. Я взяла дистанционный курс у Лары Шум актерского мастерства. Мне 51 год. Я живу в Чебоксарах и являюсь остеопрактом. Для практики мне нужно снимать видео. А я поняла, что я стесняюсь камеры, не могу говорить. О чем говорить? А для рекламы всегда это нужно. Сейчас у нас продвижение идет через видео. И для того, чтобы научиться, я вот и обратилась к Ларе Шум. Простите, как вас зовут? Давайте представимся. Меня зовут Ирина. Я живу в Чебоксарах. Угу. Так, Ирина, что было сложного, вот, когда вы занимались у меня? Для меня было сложно... Это снимать видео, потому что надо было настроить камеру, видеть себя, как со стороны. Я ставила камеру на штатив, ставила зеркало напротив, чтобы видеть. Это были немножечко технические такие нюансы, которые мне пришлось изучать. Я училась смотреть в камеру, улыбаться в камеру, разговаривать. Это, конечно, сложновато. Сложно было... не дрожание в голосе. Даже сейчас у меня еще есть дрожание в голосе. Какие-то нюансы своего характера видно. Были сложности. Что-то я заговорилась. Хорошо, все нормально. Так, что вам понравилось, Ирин? Вот во время нашего обучения мы обучались с вами 2 месяца, правильно? 2 раза в неделю. Ирина брала пакет Light, легкий. Поэтому мы с ней обучались 2 раза в неделю. Так, что вам понравилось вот за наше с вами общение, обучение? Мне понравилось то, что идет индивидуальная работа с тобой, дистанционно. У нас есть в городе тоже курсы актерского мастерства, но надо ходить, и там обучают вот именно ходить по времени. А я в любое время, как мне удобно, мы всегда согласовывали время. Я могла и в 7 часов утра, и в 12, и в 9 часов вечера. Всегда была договоренность. Это меня очень устраивало. Мой ритм работы позволял только вот такой график смешанный. Выбиралось всего 2 дня в неделю. И надо еще выполнить домашнее задание к этому дню. Поэтому меня все это устраивало. Были конкретные... Мои ошибки, разбор моих ошибок, а не работа со всей группой. Поэтому все это было прекрасно. Также, а есть какой-нибудь урок, который вам вот прям запомнился? Наверное, вот самый вот бонусный урок был у Лары Шум. Она мне подарила бонус манипуляции, да? Актерские манипуляции, актерские, да. Актерские манипуляции. Мы можем применить в жизни. Да, и там мне очень понравилось, наверное, вот Лолита, как она там играет. Там очень хорошо подобрана для меня презентация этого урока. Как раз я хочу не только видеть и читать. И там вот именно был подбор и чтения, и видео. И это очень полезно для жизни, эти манипуляции. И я выбрала прекрасную... Как это? На кого можно смотреть? Это на Лолиту. Мне понравилось, что она открыта со своим зрителем. Прямо на публике может снять макияж. И я это испробовала в своих видео в Инстаграм уже. Я прямо открыто заявила, вот я к вам пришла без макияжа. Все это у меня так и было. Я вот этот ролик и, ну, запомнила и использовала. Уметь показать свои недостатки как достоинство. Вот. Вы молодцы. Так, ну итог нашего с вами занятия для вас. Благодаря, наверное, Ларе Шум я начала выходить в эфир. Правда, есть ошибки, мы эти разбирали сегодня, ошибки как раз. Но главное, что я вышла в прямой эфир, заговорила, стала делать видеоуроки, прям хожу в фитнес-зал, ставлю штатив и снимаю видеоуроки. Все смотрят, а мне все равно. И самое смешное сейчас, вот я ходила в фитнес-зал, и меня женщина говорит, а я вас знаю, вы из практики, практику ведете? Я говорю, да. И меня уже узнают люди, я уже кинозвезда местного пошиба, как говорится. Так что это тоже замечательно. Да.
Ну и что бы вы пожелали нашим зрителям? Я хочу сказать, что у Лары Шум есть талант, который, наверное, понять человека. И вот весь курс, который я прошла, был настроен на меня. Не только схема, которая обозначена была в уроке, и там решались вот личные мои проблемы, проблемы женственности, а женщина должна быть женственная. И поэтому я думаю, что этот курс будет интересен многим женщинам. Про мужчин не могу сказать, потому что я все-таки женщина. И женщина может узнать, как флиртовать, как манипулировать, как вообще разговаривать с мужчинами и как показать себя, как говорить с мужчиной, чтобы в твоем голосе чувствовался флирт. Спасибо большое, я благодарна. И думаю, всем это пригодится в жизни, даже если вы не актеры и не собираетесь быть актерами. Спасибо. Хотите учиться актерскому мастерству, друзья мои, добро пожаловать ко мне на дистанционное обучение. Да. Ириночка, вам тоже огромное, я тоже вас благодарю, потому что это были сильные для меня 2 месяца, вы очень сильная женщина, такая волевая, вот, и к вам действительно нужен такой, ну, в принципе, я так к любым отношусь, что с подходу, с любовью, потому что действительно за несколько вот минут я сажусь и прописываю специальное упражнение, которое необходимо человеку, это да, это факт. Но в моей памяти вы останетесь как очень интересный человек, который снимает очень интересные видео, который действительно профессионал своего дела как остеопат. Вы мне столько интересных фишек рассказали, что я даже не знала, о которых в моем теле живут, да? Поэтому даже дистанционно вот занимаясь, давая вам информацию, вы тоже давали мне информацию, и за это я вам тоже очень благодарна.